Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на GameStudy. Зовут меня Джекман, мы продолжаем проходить Alien Isolation в VR-очках. В общем, я не стану возвращаться в инженерный сектор, потому что там все двери закрыты, а у меня нет нужных инструментов, чтобы их открыть. Ну и там очень плохие люди пытаются меня убить. Я предлагаю сейчас нам отправиться туда, где я в прошлый раз видел ракетный двигатель. Только вот я не знаю, в какую сторону идти, я вообще не помню. Одна из этих сторон ведет в тупик, а другая к ракетному двигателю. Ну пойдем сюда. Если что, вернуться ведь несложно. Так, ну-ка здесь что? Здесь все закрыто. У нас только один проход. Это сюда. Кажется, я в правильном направлении. Так, тут все закрыто. Значит, нам сюда. Вентиляция. Да, вот. Попасть на лифте в центр связи. Вот. А ракетный двигатель, смотри, какой здоровый, красивый. Так. Не подхожу. Тихо, 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 тихо. Эй, сюда! Тут кто-то есть! Все, кажется, убежала. О, смотри, какая красота, ё-моё. Охренеть. Она ж не вернется, да? Блин, как это обалденно. А вот еще. Охренеть. Так, здесь есть что-нибудь? Вот там что-то есть какая-то. Эй, хлам. А, места нет. Слушай внимательно. Прямо сейчас уходи с работы, забирай Клэр, лови кота, запрись с ними дом и жди меня. Револьвер. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Сиксон не пришлет корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется... За пазухой пушку. Ни с кем не говори. Как можно скорее возвращайся домой. Я скоро буду. Тут на диванчиках ничего полезного не лежит. О, клей. Тут наглухо. Так, что тут стояло? Что орало? А? Ага. Что? Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Ой, всего лишь-то. Надо заменить элемент данных. А где его искать, этот элемент данных? Не подскажешь? Может, она просто выбиралась, как мы? Опа. Она вернулась и не одна. Ну да. Лучше сразу ее пристрелить. Втроем! Так, ну-ка, тихо. Ё-моё. У них пушки, а у меня молоточек. Но здесь, в принципе, территория большая. Можно с ними в кошки-мышки поиграть. По одному выцеплять и кончать. Почему нельзя просто поговорить, я не знаю. О, твою мать, там чувак стоит.
Я не понял, их трое или четверо? Там шли трое. Опа, опа. Там шли трое. Возможно, двое пошли сюда же. А один решил сюда вернуться. А может, их четверо. Так. Ушел. Хорошо. Но по идее, можно вырубить одного, взять у него пушку, а остальных расстрелять нафиг. Вот теперь я и правда ненавижу Сикса. Тихо. Он спиной стоит или лицом? Так. Тихо. 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 Нечего на меня так смотреть. Он сам нарвался. Ты про кого? Ты про что? Ты мне сейчас говоришь или что? Или что? Я за эту работу обещали столько денег. Их тут двое, что ли? С кем он разговаривает вообще? Так, иди, иди сюда. И ты хорошо. Только не поворачивайся. Только не поворачивайся ко мне лицом. Ну и жуть, а? Ага, вообще жесть. Так, во, пушка. Хлам, хлам, патроны. Так, пушку, бери пушку. Пушку бери. Бери пушку, твою мать. Да ты что, дура, ты бери пушку-то. Пушку бери нафиг. Почему она не берет пушку? Ей что? Ей религия не позволяет, что ли, пушку-то взять? Оружие не привязано, там, не знаю, к ДНК носителя. Что за херня? Мне типа что, по сюжету что ли нельзя оружие? Так, ладно, ну-ка давай посмотрим, что здесь. Опачки. 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 Вот это вид. Охренеть. Эта станция как город какой-то, блин, по размерам. Вроде она побежала вниз. Тихо, 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 тихо. Нет уж, я туда не полезу. У нее твое устройство. Все равно оно не работало. Ничего, придумаем что-нибудь. Надо уходить. Девочка все правильно говорит. Слушайтесь ее. Уходите. Не идите за мной. Надеюсь, ушли. Надеюсь, они ее послушались. Блин, как же это круто, твою мать. Не рабочий лифт, но может быть здесь какие-нибудь ништяки есть. Нет, ништяков нет. Не, ну я сейчас вообще расстроился, почему она не берет оружие. Мы что, здесь будем без оружия вообще ходить, что ли? Что такое? А!
Это же был чужой. Я прям видел, как эта тварь проскочила туда. Охренеть. Я на расслабоне такой хожу, я думал, мы все уехали от этой твари, и она нас еще... А, блин, твою мать, я пара испугался. Я думал, мы с ней еще долго не встретимся. А она уже здесь. Мать. Но если эта тварь поблизости, то, наверное, не стоит лезть в вентиляцию. Потому что если в вентиляции мы с этой тварью встретимся, бежать будет некуда. Ну, я так полагаю, мне вот туда. Но я так не хочу туда идти. Ой, даже не заманивай меня в вентиляцию, не? Тут закрыто. Тут тоже. Что там такое? Что там светится на столе? Компьютер. Но сюда не попасть. Блин, неужели мне туда? Вообще не хочу. Тихо. Так, сохраняшка, хорошо. Недостаточно энергии. Плохо. О, взять револьвер. Отлично! Пропуск. Так, а целиться нам придется головой. Слушай, это даже прикольно. Мне кажется, это будет удобнее, чем мышкой даже. Это ты мне? Это ты мне говоришь, да? Это ты мне говоришь? Это ты мне сказал? Смотри у меня. Ё-моё. Ну, этой пуколке, конечно, невозможно будет противостоять чужому. Это если только в людей стрелять. Так, эта тварь проскочила сюда. Ладно, я понял. А чё мне сейчас? Куда? Там дверь тоже закрыта. У меня есть какой-то пропуск. Заперто. Блин, наверное, я зря бегаю здесь. Я своим бегом... могу привлечь внимание чужого.
Дверь заперта. Ну пойдем, пойдем, хорошо. Давай, все, пойдем. Мы же сохранились. Нам бояться нечего. Ну как бояться нечего, если я эту тварь увижу, я обосрусь нахрен. Выпить и забыться нафиг. Слушай, а я могу сделать аптечку, например? Да, могу. Так. Все. Аптечку больше не могу сделать. Не хватает компонентов. О, у меня батарейка садится. Ну, батарейки у меня есть. Использовать пропуск. Блин, зря, наверное, включаю фонарь. Блин, это всего лишь дверь. Ой, зря я включаю фонарь. Ой, зря. Так. О, какой борзый офис. Опа. Сейчас что-то будет. Ну это, кажется, пулевые ранения, это не... Чужой, тихо, ты твою мать. Что? СШГ? Что такое СШГ? Чертеж. СШГ. Ну-ка, я еще могу сделать. Так. Еще. Хорошо. Все, больше не могу сделать так. Теперь могу взять сенсор? Могу. Так, тут тоже, наверное, пропуск. А, устройство не работает. Патроны, это хорошо. Пусто. Тут. Бенджик. Так. О, план.
Чего? Самописец. О, инфу про мать узнаем. Что? 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 Нет данных? Нет. Да чтоб тебя! Файлы повреждены. Не бей! Это не так работает. Так. Ладно. Ты что такая психованная? Твою мать, чего? Серьезно, что ли? Меня за... Твою мать, меня заперли с этой тварью! И что я этой пукалкой буду делать? Что делать-то? Вентиляция, чё? Чё, куда? Твою мать! Не знаю, куда залезть, я не знаю, куда спрятаться. Эта тварь сейчас по-любому появится, я тебе говорю. Меня заперли с этой тварью. Чтоб твою мать! Использовать. Так. Чё? Чё? В чём при... Использовать. В чем прикол, я не понимаю? Ничего нет. Взять элемент дан. Ага. Ну вот, теперь эта штука работает. Теперь я смогу открывать двери? Например, вот эти. Ну-ка. Да. Попробуем. Чё? Ну-ка. Так, подключитесь к системе кодирования и введите показания. Показанный код. Где как? В смысле? Чё? А, показанный код ввести, да? Так. Время, блин. Отлично. Так. А, можно вот так вот. Так. Так, да? Так. Ну, по идее, это легко. Так-то вообще не весело. Тут где-то чужой, короче, ползает. Получается, что самописец... Твою мать!
Мне теперь везде чужой мерещится. Получается, этот самописец нарочно сломали. Так, давай сохранимся. Окей. Да что ж такое? Отключить аварийную блокировку. Нас реально здесь заблокировали, блин. О, кажется, эту дверь надо взломать. Да. Так, ищем. Оп, шли. Так. Ну это вообще легко. Так, сейчас вырубим блокировку. Так, кому у Портер, шеф, тема терминалы Севастополя. Шеф, есть новости, хорошие и плохие. Хорошая новость, я заархивировал уже почти 80% сообщений внутренней почтовой системы. Она отключена от Аполло, но я оставил в работе базовую службу связи, чтобы жители станции могли общаться между собой. Плохая новость в том, что тот, кто эту систему устанавливал, сэкономил на аппаратуре, и у нас были утечки данных. Я поручил разобраться с этим Майку Танаки. Он наш внештатный специалист по архивированию. Вроде малый толковый. Я просто решил, надо сообщить вам, как идут дела. Франко. Хорошо. Эй, да зачем ты вышел-то? Что такое? Заглючило, что ли? Блин, как убрать эти подсказки, мне мешают? Форпост прогресса. Севастополь, форпост прогресса. Автор Джулия Джонс. Разоренные в уединении. Космическая станция, которая никому не была нужна, построена компанией, о которой все забыли. На Севастополе царит запустение. Население сократилось до десятой части от оптимального показателя. Космопорт пустует. Местные магазины закрылись, спрос на дешевых андроидов Сиксона давно сошел на нет, а устаревший суперкомпьютер Аполло подвержен частым сбоям. Как мы до такого докатились? И что важнее, куда утекли миллиарды долларов инвестиций? Мое имя Джулия Джонс. Я 2 месяца прожила на Севастополе, чтобы подготовить статью для Colonial Times и попытаться понять, какую цену корпорациям второго эшелона пришлось заплатить за необдуманную экспансию в дальний космос. Ясно. Так, аудио нет никаких. Да почему там утилиты я еще хотел? Ё-моё, да что такое? О! Не отключить, что ли? Не через этот компьютер. Я почему-то думал, что через этот компьютер отключим сейчас. Так.
Так, это я просто обратно вернулся. Теперь жить-то, блин, а? Так, надо валить отсюда. Нам сейчас, я так полагаю, надо к той двери, где мы подобрали как раз эту штуку, которая взламывает замки. Тихо, 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 тихо. Слушай, а может эта тварь убьет этих людей? Мы выяснили. Эту тварь пушки не берут. Так, куда? Ты куда, тварь? Ты куда? Ты куда? Она меня... Она меня... Твою мать! Я сейчас... Простите, пожалуйста. О, твою мать.
Чего? Подожди. Так, сейчас, подожди. Мы сейчас... С чего начали-то? Так, я не понял. Блин. Я сейчас все, я... Я в панике, короче. А, ну понял, да, все. Сейчас мы снова будем опять видаться с этой тварью, да? Блин. Вообще неохота. Вообще мне неохота встречаться с этой тварью. Так, здесь мы все подобрали? Было. Да, все, понял, короче, сейчас нам осталось только кнопочку нажать и все, да? Или что? Так. Не понял я, подожди. Подожди, я что-то не понял. Так. А, ну да, я ж туплю, блин, ё-моё. Чё-то я... Ой, идиот. Не сюда же надо. Блин, будешь тут тупить. Меня сейчас только что чужой сожрало, блин. Она сейчас будет сохраниться. О-о-о. Так, соберись, тряпка, все. Все хорошо. Так, тут сначала подберем все, что можно подобрать. Так, ну это я потом открою. По крайней мере, мы знаем, что сейчас чужой пока не появится. А что здесь? Ничего подобрать, что ли? Клей. Ну, погнали. Так, здесь нам ничего не грозит. О, красавец. Страшный и ужасный. Казалось бы, нет, вот он стоит. Так, ну сейчас я вообще как сижу-то? Я вообще потерялся в пространстве немножко. Так, здесь можно бежать, в принципе. Но! Я не пойду туда. Я пойду сохраняться. Так. Сейчас, короче, нам надо... Подождать, когда эта тварь убьет всех. А потом бежать к той двери.
Смотри-ка, это спряталось. Так, а теперь мне лучше. Ясно. Так, она меня ведь не видит, да? А куда она делась? Она же сюда поднималась. Стопудово к той двери. Больше некуда. Можно, конечно, вообще назад вернуться. И сгонять. Тихо. Тихо. Быстрее. Быстрее. Так. Где? Давай. Давай. Давай, без паники, без паники. Раз. А. Так. Так. Открывай дверь. Кажется, оторвались. Блин. Просим посетителей зарегистрироваться. Так. Чё? От чего убегали-то? А там кто такой? Кто это? А, андроид. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. На рабочих андроидов можно положиться. Они всегда рядом. Всегда трудятся на наше благо. Наши андроиды просты. Дверь заперта. Они лишены эмоций и сходства с настоящими людьми. Они просто обеспечивают вам возможность спокойно жить. Не беспокоясь о житейских мелочах. Они гениально просты и просто гениальны. Открыть щит. Давай откроем. Так, очистка воздуха, доступ к дверям. Вот доступ к дверям. Нам что еще надо? Доступ к двери. Что? Спрятаться? В этом маленьком ящичке? Серьезно? Прикольно. Так, мус чешется. Не могу прям. На рабочих андроидов. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Они всегда рядом. Всегда трудятся на наше благо. Наши андроиды просты. Они лишены эмоций и сходства с настоящими людьми. Они просто обеспечивают вам возможность спокойно жить. Не беспокоясь о житейских мелочах. Они гениально просты и просто гениальны. Это кто топает? Андроиды? Или эта тварь уже здесь? Необходим пропуск. У меня есть пропуск. Но, видимо, не к этой двери. Нужен ионный резак, естественно.
Так. Ой. Жутковатое место. Порой темп наш. Твою мать! Блин! Что недолго и потеряться, компания Zixon всегда помнит о необходимости человеческого общения. Система Аполло обеспечивает всю связь с внешним миром. Ё-моё. И следит, чтобы ни одно сообщение не потеряло свой вид. Создавая большую масштабную картину, мы не забываем и о малых деталях. Блин, когда я эту тварь не видел, когда я с ней не сталкивался, я боялся ее. Теперь я ее боюсь в 10 раз больше. Так, я уже круги наворачиваю. Пропустим, все надо. Опа, здрасте. Ой, чем блин. Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту. Сама найду. Ну тут андроиды спокойно расхаживают, значит здесь я чужого нет. Чего не советую? А? Ты чё бы там нам не советовал, я не понял. Так. Взять прибор слежения. Ой, хорошо. Прибор слежения. Похоже, самодельный. Это нам поможет. Так. Вы потерялись. Нет, все в порядке. Так, давай что-нибудь делать. Шаги. Аптечка. Так, еще. А так, еще аптечку мы не можем сделать. Файер нет. СШГ. Так, не понял. Так, для файеров у нас места нет. Магнитофон. О. Места нет. Для файера тоже места нет. Нихера до этого компьютера провода идут. Какой-то прям важный компьютер, да? Хьюз, я поставил механический замок на дверь, которая ведет наверх. Нужно разобраться, что происходит, и я не хочу, чтобы несчастные случаи повторялись. Так, наш манифест. Впервые опубликовано в новостях Zixon'а, февраль 2115 года. Мы не хотим показывать вам новый мир, мы хотим открыть его вместе с вами. Каждая новая технология и каждый новый научный проект компании Zixon преследует одну цель – принести пользу вам. Мы надеемся, вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Вместе к светлому будущему Zixon и все, что у меня расплывается в глазах. И освоение космоса. Официальная хроника, автор Себастьян Сик, впервые опубликована в новостях Zixon'а. Короче, 2034 год стал переломным нашей истории.
отпустить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Клэр, одних. Так, я слышу сохраняшку. А вот она. Хорошо. Так, подожди. Душевая, что ли? Походу, да? Я могу воспользоваться? Нет. Прикольно. Что-то темно. Блин, хорошо здесь люди жили. Но потом все пошло по жопе. Так. Оп. Так, еще. А, все. Звуковой генератор. Использовать рычаг. А чё, как бы? Все двери открываются автоматически, а эту дверь надо именно открывать, дергая за ручку. Не поменяли, что ли, на новую модель? Оставили старую. Так. Здесь аккумулятор. Хорошо. О, здесь целый контейнер. Хилам. Так, это можно взломать? Посторонним вход сюда воспрещен. Уходите. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Аманда Рипли, вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать на Севастополь. Наверняка есть обходной путь. Так, найти другой путь внутрь. Попробуем. Новые сотрудники должны пройти инструктаж по действию в чрезвычайной ситуации. Запишитесь у непосредственного начальника.
О, тут другая мини-игра. Раз. 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 Все. Все. Батареечки, хорошо. Что это, гильзы или что это? Это сигареты. Ё-моё, это же гильзы. Я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги! Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. Охренеть. О, господи. Так, ладно, понял. С андроидами лучше не спорить. Они долго церемониться не будут. Они просто скажут «Ай-яй-яй!» И все, потом тебе. Надо, короче, чужого натравить на андроидов, а андроидов на чужого, и все. Так, я так понимаю, что здесь лучше мне не находиться. Ну, то есть, мне нельзя здесь находиться. Если андроиды меня увидят, то... Так прикольно. Так. А. Понятно, мне туда не попасть. Меня камера сразу срисует. Так. Погоди-ка. А, вот, я попал куда хотел. В эту сторону. Что-то такое зеленое. Там какой-то зеленый... Монитор. Надо глянуть, что там. Так, тут, наверное, лучше. Гуськом. Так. Может быть, здесь можно отключить камеру? Так, что такое? В сообщении, отправленном с этого терминала, обнаружена конфиденциальная корпоративная информация. Данное событие отмечено в журнале Apollo по поручению компании Sixon. Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему непосредственному руководителю, либо к ближайшему андроиду Sixon. Так, там ошибка. Общий глаз Apollo. Риггс, ты до сих пор работаешь в центре связи, а помнишь, что... Так, ё-моё, чё? Почему темнеет экран? Куда у меня голова... Какую текстуру у меня голова проваливается? Все ведь нормально, нет здесь текстур никаких. Так, случилось в том году. Как я теперь тогда... Так, да ё-моё. Ты до сих пор работаешь в центре связи, а помнишь, что с тобой случилось в том году, и как я тебе тогда помог? Ну вот, пришло время вернуть должок. Один из моих коллег разбирался в документах и нашел там пару косяков.
Он новенький и не понимает, как у нас делаются дела на Севастополе. Грозится рассказать обо всем Уэйтсу. Это для всех нас может плохо кончиться, поэтому я хочу, чтобы ты за ним присмотрел. Может, всплывет, что интересное. У Аполло везде камеры, надо только указать ему, куда смотреть. Парня зовут Дэниел Халдин, живет в апартаментах для руководящего состава Джозайя, СИГ номер 651. Если все пойдет как надо, я тебе еще подкину работенку. Мы тут все подчистим. Рэнсом. Хорошо. Повреждена. Так, камеру не отключить. Блин, странная фигня какая-то. Почему-то у меня тут голова в какие-то текстуры провалилась. Так. Тут тихонько. Тут не надо попадаться на глаза андроидам. Нет места. Тихо. Куда пошел? Так, а что такое вот? О, отключить камеру. Как раз. Но они так увлеченно работают. Глядя на большую картину. Так, ладно, не буду рисковать нахрен. Так, дай-ка, знаешь, чем сделаем? Например. О, аптечку можно сделать. Уже не сделать. Это не сделать. Тоже не сделать, ладно. Все. Камера должна быть включена. Да. Фух. Давай. Ну, где там? Отлично. Так, ладно, друзья, давайте на этом мы эту серию закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.